Более полувека они одевают пожарных, полицейских и врачей. Кочубеевская швейная фабрика отметила юбилей – 60 лет со дня основания. Что изменилось за это время в работе предприятия и производстве одежды? Как шьют настоящие профи своего дела, узнал Александр Григоров. Сразу и не скажешь, что фабрика отмечает юбилей. Несмотря на праздник, в швейном цеху сугубо рабочая обстановка. Даже гости вместе с журналистами не отвлекают сотрудниц от дела. Они внимательно следят, чтобы каждая строчка получилась ровной. Мадина Юнусовна работает на фабрике больше 40 лет. За это время швея-мотористка изготовила десятки тысяч вещей. На ее глазах менялись не только модели одежды и стили покроя, но и сама мода. Когда я пришла работать, мы не думали, что такие вещи будем шить. Вообще научились прекрасно, шьем прекрасно. Так что выпускаем путки очень хорошие для людей. За 60 лет фабрика пережила многое. И кризисные моменты, и успешные периоды. Но в последнее время, как отмечают работники, наконец-то на предприятие пришла стабильность. А с ним и динамичное развитие. Недавно здесь провели полную реконструкцию помещений и модернизировали производство. На сегодняшний момент мы как раз-таки вышли, наверное, на ту точку отчета, от которой мы хотим дальше развивать, увеличивать производственные мощности, увеличивать количество рабочих мест, создавать на базе вот этой исторической швейной фабрики создавать уже крупное, серьезное предприятие. Сегодня на фабрике производят несколько десятков наименований одежды. В ближайшем будущем ассортимент планируют расширить. Мы специализируемся по выпуску спецодежды, как летнего, так и зимнего ассортимента. У нас наименований более 30 изделий выпускается. Мы умеем на сегодняшний день, я говорю, что у нас высокопрофессиональные швеи, мы готовы сегодня отшить любую одежду. А вот так выглядит уже готовая продукция. Тут есть одежда на все случаи жизни. Можно почувствовать себя и медиком, и сантехником, и военным, и спасателем, и даже охотником или рыболовом, смотря кому что больше нравится. Всего на Ставрополье более 3000 предприятий легкой промышленности, где работают около 37 тысяч человек. И фабрика «Юбиляр», как утверждают специалисты, пример производства, на которое стоит равняться. Находясь в сложных экономических условиях, предприятию удается сохранять рабочие места, поддерживать социальный климат. Мы сегодня прошли по производству, ну, действительно впечатляет. И мы вот сегодня видим на примере этого предприятия действительно историю успеха, как в идеале все должно развиваться. И посмотрев на это предприятие, можно, в принципе, задать некую планку, что нужно делать для того, чтобы развиваться. Не забывают на фабрике о работе на перспективу. 3 года назад здесь запустили учебный цех, где практиканты осваивают швейное мастерство. Так готовят новые кадры для производства. Помнят и о заслуженных работниках предприятия. Узнать о каждом из них теперь можно на отреставрированной к юбилею доске почета. Александр Григоров, Владимир Ходарев, Ставропольское телевидение.